игре Robbery Madness 1. Сейчас мы будем проходить в жестоком режиме, но это будет очень нетрудно. Давайте постараемся. Да блин. Сейчас, погодите. Вы серьезно? Да я не найду так столько. Или найду? Хотя нет. Забирай вентиль экран. Микроволновку. Ух, как-то у меня так получилось. А в смысле, как я 7 минут... Как я смог 7 минут... 7 предметов собрать за минуту? Спалился чуть. Сейчас, погодите. Черт побери. Забираю боксерские перчатки. Ничего.
нашел синий ключ. Бежим, пацаны. Да, блин, все, попался. Поймали меня все-таки. Ну, кстати, за 6 минут я уже успел 17 предметов забрать. Это вообще реально непросто. Спалили, твари. Нечего делать. Блин, надо набор единорогов надо найти. А где именно? Да блин! Черт побери! Надо где-то фонтан найти, а я его нигде не вижу, реально. Чё? Я же не выберусь. Бежим, пацаны. Ой-ой-ой, надо бежать. Повезло. О, набор единорогов. Черт побери. Нет! Я успел. Это было страшно. Это было, блин, стрёмно.
пожалуйста. Это было бы ГГ. Как жарко, пипец. Бежим, пока не поздно мне. Нет, я туда не пойду точно. Нет, да я точно не прыгну. И туда тоже. Нет, тогда я подробно на другой путь пойду. А то я боюсь, что меня поймают. Это ГГ. Бежим. Вот и монета. Хотя она мне уже не нужна. Потому что я сдохну. Одежду забираю. О, да. О, черт, я чуть не спалился. Бежим, пацаны. Черт побери. Блин, это же что такое? Фух, да. Бежим. Да открывайся же ты. Дальше-то что? Стоп, погодите. Мне нужен бас. Уже запарился кого-то искать. Короче, я удаляю эту игру. Все, давайте будем на это заканчивать. Все, подписывайтесь, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, пишите комментарий. Всем пока.